Здравствуйте, друзья! Сегодня интереснейшая тема – это переработка картонных коробок с помощью красных калифорнийских червяков. Давайте сразу вот посмотрим. Прошла ровно неделя после того, как мы заселили в картон червяков. Мы видим здесь, что червь прекрасно себя чувствует, что в каждой части, где бы мы с вами не подкопнули, мы видим большое количество червяков. Смотрите. То есть, давайте сейчас определимся. Самое главное – для чего мы все это делаем? Мы хотим преобразовать любой картонный мусор, вот как в данной ситуации любая картонная коробка, видите, она уже как мусор, как раз влажная, такая порванная, где вы не могли бы ее использовать. Мы ее измельчаем, даем червякам, чтобы они это все делали, переработали. Увидели, да, что здесь дикое количество червяков, им всем очень нравится, прям активные, преактивные. Потом мы получим вот такое прекрасное удобрение из картона, вермикомпост или биогумус. И основная тематика наших всех роликов будет в том, что мы этот получившийся вермикомпост сдадим его на агрохимоанализ. Мы живем в городе Белгород, у нас есть агрохимлаборатория. Мы сдадим его на агрохимоанализ. Мы обязательно проверим его на растениях. То есть на растениях на огороде, на растениях на маленьких с разными комбинациями. Там 20% биогумуса к основному земельному субстрату, там 50%, ну, остальное там добьем либо торфом, либо землей с огорода. 100% для того, чтобы понять, как растения растут. Представляете, сколько картона выбрасывается на мусорку в каждом магазине, везде, везде этот мусор. И наша основная задача — спасти планету, оставить ее будущим поколениям чистыми. Все переработаем, все отдадим природе. То есть переработаем картон, не будет мусора. Отдадим природе в виде биогумуса, и растения будут прям благоухать. Ну и планета будет нами довольна. Продолжайте смотреть. Друзья, короткое рекламное включение. Предлагаем вам наше новое прекрасное решение. То есть это называется мешкодержатель Ткаченко. То есть суть вопроса в том, что это стоит жесткая конструкция, в которой вы берете любой мешочек, и если это применить конкретно к нам, к червеводству, то в любом случае, получая биогумус, вам нужно будет загружать в мешки. Берете любой мешок, в зависимости от ваших потребностей, он может быть как с полиэтиленовым вкладышем, так и без полиэтиленового вкладыша. В данной ситуации биогумус лучше хранить с полиэтиленовыми вкладышами. Ну, в разные ситуации бывают, мы с вами обязательно поговорим об этом отдельно. Так, убираем верхнее кольцо, колечко в сторону, просто заводите. Вот давайте лучше чуть-чуть вернуться назад. Когда вы что-то набираете с ведра, всегда это происходит так. Один человек вам держит мешок, второй сыпет с ведра. Вы же не можете его сделать шире. Вы всегда вот так вот натягиваете. И когда человек сыпет, он может сыпать либо мимо себя, либо на себя. А что делает мешкодержатель? Ну, он избавляет от потребности второго человека, это раз, это уменьшает себестоимость, и плюс он полностью открывает горловину. То есть вы просто насадили на мешкодержатель, поставили вот это колечко, оно с ограничителями никуда не падает, щелк, зажали, все. Все, никуда он, ни на грамм, никуда не шевелится. То есть насыпали, мешок стоит практически на полу, насыпали, а также сняли, закрутили. Все очень просто. То есть просто взяли, просто завязали. Так, все у нас красивенько упаковано. Смотрите, в данной ситуации это синий компостер. Вот синяя пустая коробка от него. Красный мешкодержатель Ткаченко. Такая же история. Все красиво уложено. В комплекте идет белый мешок. Все уложено таким образом, чтобы они не царапались друг по отношению к другу. Все болтики. То есть, видите, все переложено так, что слой за слоем. Вот вторая часть внутри мешка. Соответственно, верхняя часть, нижняя часть, зажимы. Все. Отсылаем в любую точку мира. Это очень дешево. Обязательно не думайте о том, что вы далеко от нас живете. Мы живем в городе Белгород. Отправим куда угодно. Без мешкодержателей вообще никуда. То есть всегда считайте свою рентабельность. Когда человек... То есть себестоимость производства, когда человек, вы избавляетесь от работы одного человека, это тем самым минус одна зарплата, фактически 1-2 дня, и у вас уже мешкодержатель окупился. А вы продолжайте наблюдать за нашим сериалом. Друзья, мы пришли к всемирно известному вермиреактору Николая. Николай, поздоровайтесь.
Мы принесли все, что мы вам показывали, картончик наш нарезанный. Мы принесли и просто поместим сейчас их на червяков. Для того, чтобы понять вообще, насколько червякам нравится такая среда. То есть основная задача, безусловно, понять, можем ли мы червей кормить картоном как одним из основных субстратов. То есть мы не говорим о том, что это он должен быть, то вот они должны есть только картон. Но наша задача испытать подобный субстрат, для того, чтобы на будущее знать, можем ли мы планомерно заниматься переработкой картона. То есть и все, и вам это все показать. А вы обязательно пишите больше комментариев, для того, чтобы у вас было понимание, как это все перерабатывается. Потом это все увяжем. Какой-то небольшой сериал, будем приезжать, осматривать, как тут червяки себя чувствуют, прям вообще. Вы же помните, какие тут черви живут. Тут живут не просто какие-то там червячки где-то с помойки, хотя любые червяки хорошие, ангелы земли, они на помойке делают великое дело. То есть здесь живут технологические черви ККЧТ, красный калифорнийский червь Ткаченко, которые всю вот эту вот органику мира желают вообще все попробовать, все перекусить. Все вообще, ничего не оставить, не надо засорять окружающую среду, надо все переработать, прекрасное удобрение вермикомпост и все отправить под растение, чтобы все это дело хорошо росло. Пишите больше комментариев, как бы вы хотели, чтобы мы дальше проверили этот вермикомпост, получившийся после этого картона. Сделаем агрохимоанализ, вырастим растение. Предложите свои варианты. То есть это когда просядет, когда мы увидим, что он действительно он им понравится, то мы, наверное, добавим, чтобы ящики были полнее. Ну и вперед из песни веселой. С вами был Андрей Ткаченко, оператор Александр Ткаченко. Мы владельцы предприятия по утилизации органических отходов и разведению червей. Ну, профессионально этим занимаемся, учились на это. И с вами делимся. А вы, чтобы долго не тратить время на собственные эксперименты, задавайте больше вопросов, пишите больше комментариев, и мы вместе с вами переработаем всю органику мира. И оставим нашу прекрасную планету Земля будущим потомкам в цветущую, такую прям еще ярче и красочнее, чем она есть сейчас, а не превращенную в обычную помойку. До свидания. Мы вам не успели даже дату показать. Покажи, пожалуйста, 21 февраля, начало переработки картона. Подойди сюда. Прервались. Картончик. Так, все, вы поняли. 21 февраля мы начинаем. И наблюдайте, что из этого получится. Ну и, друзья, немножечко рекламы. То, что можем вам предложить, это черви дендробена в мальках и в виде коконов. Это черви-старатель. Смотрим ролик АТ-152, старатель Ткаченко. Также в виде червей и коконов. Вермиконтейнер. Смотрим ролик АТ-186, вермиконтейнер и конструкция. В них можно дома разводить червей. Вермикомпостер АТ-187. Также забиваем на ютубе, все есть. Корм для дендробен. Как в литровой расфасовке, так и в 5-литровой расфасовке. Ну, безусловно, в подарок ко всей нашей продукции это вермизакваска ПТ. Посмотрите ролик АТ-182. Посылаем абсолютно всем. Теперь кратенько я покажу еще раз дендробену и старателя, чтобы вы их увидели с маленькими акцентами. Дендробену мы в маточниках держим только крупную, для того, чтобы когда крупный червь, никакие другие до такого размера не дорастают. Ну, никакие навозники, по крайней мере, да? То есть, и так очень легко контролировать и расцветку, и упругость. Ну, и, соответственно, по всем качествам видно дендробену. Каждый месяц мы меняем как на старателях, так и на дендробене субстрат. И поэтому у нас нет ни букашек, ни гриндаля. И поэтому мы при смене субстрата просматриваем всех червяков. Если какой-то червяк по каким-то причинам не нравится, он отправляется на рыбалку. То есть он не остается в маточнике. Все гиперактивные. Как я сказал, дендробену мы отправляем в мальках и в коконах. Также и
старателя отправляем червями и коконами. На чем бы я завершил? Мы являемся юридическим лицом, поэтому отправляем нашу продукцию как юридическим, так и физическим лицам. Если хотите получить полный наш прайс, пишите на электронную почту, либо звоните по телефону. Все в описании к ролику. Номер телефона привязан и Viber, и WhatsApp. С вами был Андрей Ткаченко, оператор Александр Ткаченко. Здоровья и счастья, наша судьба. До свидания.